гажу или медовый медведь принадлежит к семейству енотовых. Обитают животные в Центральной и Южной Америке. В дикой природе они живут на кронах деревьев. Медовые медведи ведут ночной образ жизни и только лишь под утро возвращаются в свой дом. Поэтому будет очень непросто приучить животных спать ночью, а не днем. Если кинкажу специально будить во время сна, он может укусить или поцарапать хозяина. Выпустив своего питомца погулять по квартире, вам придется все время следить за зверьком, чтобы он не нашкодничал. Кинкажу невозможно приучить к лотку, как кошку, и вольер зверька придется чистить довольно часто. Этот зверек очень ласковый и быстро привязывается к людям. Свой характер он проявляет лишь в том случае, если его потревожить или поместить в незнакомую обстановку. Содержать медового медведя лучше в просторном вольере. Его следует оборудовать домиком и разместить в нем ветки, чтобы зверек мог по ним лазать. Также хорошо было бы купить животному игрушки. Желательно поставить ультрафиолетовые лампы в избежание рахита у зверьков. Следует следить за шерстью кинкажу. Если животное сильно испачкалось, нужно вытереть его, но ни в коем случае нельзя купать. Кинкажу – хищник, но в естественной среде рацион состоит в основном из нектара, меда и фруктов. Только изредка он разоряет гнезда птиц и ловит мелких грызунов. В домашних условиях питания кинкажу должно быть максимально приближено к условиям дикой природы. Мед, любые сладкие фрукты, перепелиные сырые яйца, отварная грудка курицы или индейки, хорошие натуральные йогурты. Всегда следите за свежестью продуктов, которые даете кинкажу. Остатки пищи убирайте сразу же после кормления. Спасибо всем за просмотр ролика до конца. Надеюсь, вам понравилось видео.